Из-за пандемии кремлевская елка, куда приглашают одаренных детей со всей России, в этом году пройдет в онлайн-формате. И тем не менее, без подарков талантливые ребята не останутся. В Краснодарском крае в декабре этого года был проведен конкурс «Новогоднее настроение». Учащиеся школ подготовили свои портфолио с творческими, спортивными и учебными достижениями. В Славянском районе победительницей конкурса стала учащаяся 28-й школы Ника Чуркова. Поздравление и подарок от президента России ей передал глава Славянского района Роман Синеговский. За победу в конкурсе «Новогоднее настроение» в Славянском районе боролось 26 ребят. Участие в творческих проектах, спортивные успехи, достижения в учебе – все это учитывалось членами жюри. По итогам конкурса наибольшее количество баллов – 585 – набрала учащаяся 2 класса 28-й школы Ника Чуркова. Девочка, несмотря на свой юный возраст, успевает не только учиться на отлично, но и заниматься плаванием, танцами, рисованием, увлекается шахматами. Таланты и достижения Ники были отмечены подарком от президента. Я получаю грамоты в школе за танцы, за плавание, то, что рисую. Мне очень понравилось, я такого подарка не ожидала. Успехи и достижения Ники – это во многом заслуга ее родителей, которые поддерживают любые начинания дочери и во всем ей помогают. Вот и на торжественном вручении подарка мама тоже была рядом. Пока есть стремление, стараемся делать все возможное. Все, что она хочет, ну, в плане учебы, развития, тренировки, бросаем все и полностью посвящаем себя детям. Как бы талантливых детей немало, мы ездим на турниры, видим очень много деток. Но было очень приятно и очень неожиданно победить в таком конкурсе. Спасибо большое всем организаторам, всем, кто принимал участие в этом. Нам очень приятно. В планах у Ники продолжать развивать свои способности, а еще попробовать себя в новом виде спорта – воздушной гимнастике. Поддержкой мамы она уже заручилась. Пожелаем школьнице покорить и эту вершину. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».